среднем 25 лет своей жизни человек проводит во сне. Врачи утверждают, что 8 часов вполне достаточно для того, чтобы высыпаться и чувствовать себя здоровым. Но есть люди, которые в своих мягких постельках проводят гораздо меньше времени. И сегодня мы расскажем вам об одной из них. Нашу героиню зовут Юлия Варламова. Она спит по 4 часа в сутки и много работает. Юлия занимает должность директора маркетингового отдела в одной из барнаульских компаний. Лен, ты отправила поставщику логотип? Да. Просили они в чем? Встает Юлия в 4 утра, ложится около полуночи. Такой образ жизни она ведет уже 5-й год. Все началось, когда семье пришлось переехать жить за город. Юле надо было рано вставать, чтобы отвезти дочку в детский сад и добраться до работы. Теперь быть ранней пташкой вошло в привычку. У меня рецептов нет, это просто где-то в голове, наверное. То есть я себе дала установку, что мне нравится так вставать, что я могу легко вставать, и я не хочу спать. Врачи утверждают, что в среднем человеку необходимо 8 часов сна в сутки. Причем самый ценный сон – это сон до полуночи. Но существуют люди, которым, чтобы выспаться, достаточно и меньшего времени, как, впрочем, и те, кому, наоборот, необходимо спать дольше. Кстати, проводить во сне намного больше 8 часов так же вредно, как и не высыпаться. Это начнется сказываться на психоэмоциональном состоянии. То есть это повышенная раздражительность, это снижение работоспособности, это какие-то вот все болит, ничего не помогает. Существуют также серьезные расстройства сна. Например, в Алтайском крае чаще всего жалуются на нарушение дыхания во сне и неспособность уснуть. Первое связано с храпом. Из-за него люди могут не дышать до 4 часов за ночь. Второе же чаще всего с психологическим состоянием. Мешают ли спать дурные мысли барнаульцам? С таким вопросом мы вышли на улицу. Вы высыпаетесь? Да, вполне. Сколько часов в сутки вы тратите на сон? 8. В основном нет. Это с чем связано? Работа, учеба. Как много времени в сутки вы на сон тратите? 5-6 часов. Нет. Как много времени в сутки вы на сон тратите? Ночью я сплю часа 4 и еще плюс днем часа 2. С чем связано то, что вы не высыпаетесь? Я учусь в медицинском. Нам удалось выяснить, что высыпается человек или нет, напрямую зависит от его возраста. В целом барнаульцы – бодрые люди и спят в разное время суток. Поэтому неважно, жаворонок вы или сова, главное – высыпаться. Дарья Демилер, Николай Шелко, Андрей Печоркин. Наши новости.